Председатель кооператива нашего, Стрельчик Николай Сергеевич, приехать не смог. Как говорю, уже идет отел, у нас уже неделю 6 бычков, одна телочка только. Так что он там занимается. Я председатель наблюдательного совета. Кооператив наш, мы с ним в 2020 году организовывали вдвоем. Вот сидит один из членов со мной, Николай Александрович. Да, вот мы втроем и все придумали. Ну, тема моего выступления практически получение господдержки. Значит, для нас это все началось в 2020 году с телепередачи, с новостей. Мы по новостям увидели сюжет, в котором говорилось о том, что губернатор Голубев где-то в какой-то теплице рассказывал владельцу о том, что можно за него получить какие-то средства, в общем, на развитие всех этих дел. На тот момент у нас животноводство только-только начиналось, коров было только двое, но зато работала зимняя теплица полностью. У нас мы занимаемся выращиванием овощей в закрытом грунте, зеленый лук, перо, выращиваем порядка 2 тонн в месяц в зимний период, вот, с октября по апрель, по конец апреля. В марте уже теплица, конечно, не позволяет выращивать из-за температуры. Вот. Посмотрели, кинулись искать, информации нигде нет. Значит, как все люди, считающие себя продвинутыми, полезли в интернет. Вылезли на сайт Министерства сельского хозяйства. Человек, оставшийся для нас, конечно, безымянным, дал нам номер телефона центра компетенции. И на этом для нас все закончилось. Может быть, началось? Нет, нет. Все началось у центра компетенции, а у нас все закончилось. Вот. Мы связались с центром компетенции, не знаю, кого благодарить за это дело, что придумали такую организацию, создали, наладили работу. Ну, вот смотрите, мы, наверное, в августе или в сентябре обратились в 2020 году. Уже в ноябре 2020 года мы создали кооператив под чутким руководством центра компетенции. Все произошло очень быстро. Почему кооператив? Когда нам рассказали, опять же, мы столкнулись с Кириллом Игоревичем Плотницким. Вот. И он нас проконсультировал о мерах господдержки. И получилось так, что для гранта агростартап мы были не готовы. А как несколько маленьких ЛПХ-шников, объединившись в кучку, могли на что-то претендовать, что-то попробовать. Ну вот мы попробовали, значит. Все, я, ну как еще рассказать, что для нас все проблемы на тот момент закончились. То есть центр компетенции рассказал, что можно получить, как это можно получить, что нужно для этого сделать. Все, вот весь наш опыт. Всем советую, прямо напрямую, никуда не лезьте, не ищите. Потому что мы пробовались, тыркались, информации мало. Вернее, знаете как, достоверной информации мало. А вообще информации столько много, что вычленить из нее зерна, которые вот, ну, у нас законодательство меняется. И то, что актуально в этом году, не всегда доступно вот прям сразу найти. Надо кучу дел прилопатить, документов. Центр компетенции эти вопросы решил. Не знаю, как они справляются, конечно. С нами вам было, наверное, тяжело. Ну, мы начинающие, молодые, знаете, как с бумагами никогда не работали. Все это дело очень еще напрягает, если позволите так сказать, в том плане, что ну, идет отел вот сейчас, кормозаготовка весной, летом сейчас. Ну все, времени постоянно нет, подготовкой документов надо заниматься серьезно, и одно дело подготовить их, а другое дело их проверить. Это надо читаться в каждую строчку, все проверить. Именно вот за это хочу поблагодарить вашу организацию. Спасибо. Вы нам очень сильно помогли, очень-очень. Мы просили деньги, возмещение части материальных затрат на приобретение сельхозтехники, которая идет в неделимый фонд кооператива. Кооператив у нас специализируется на производстве кормов для животных, содержащихся на ферме. Ну, мы для себя выбрали это направление как наиболее оптимальное для животноводства. Мы все личные подсобные хозяйства, все держим скотину, КРС, и наше объединение преследовало цель именно помочь всем в заготовке кормов. Так это и получилось. В этом году мы, значит, ну почти 260 тонн заготовили сена на кооператив. Это большой показатель собственной косилкой, прессом.
Ну вот, второй мера господдержки, которую мы использовали, это было, значит, возмещение части затрат на приобретение имущества, переданное членам кооператива. Мы купили маточный остаток. Немного, на всего 32 головы, но купили. Вот. Считаю, что как кооператив в прошлый год мы отработали очень хорошо. Мы смогли выполнить все поставленные задачи, которые должны были выполнить как кооператив. Выполнили все обязательства перед членами своими. То есть в прошлом году кормозаготовка, в этом сезоне зимнем, кормозаготовка была прям значительно лучше, проще. Первый раз скотина перезимовала без слез на глазах. Знаете, как когда ты смотришь, она там желтая где-то под дубами ищет, это, конечно, картина так себе. Планируем в этом году еще раз увеличить поголовье маточного скота. Считаем, что свое развитие видим именно в маточнике. Чем больше рожающих мамочек мы будем иметь у себя в хозяйстве, тем больше мы получим от них прибыль, потому что коммерция, она есть коммерция. Теленка надо купить, а мама его родит бесплатно. С учетом хорошо налаженного хозяйства, которым я пока не могу похвастаться собственным, есть место, где можно сэкономить. То есть в корм маме это не совсем то же самое, что купить там трехмесячного теленка отпойного или даже полугодовалого. Маму прокормить гораздо дешевле, даже в течение целого года, чем приобрести одного ее ребенка. Условно говоря, так оно и получилось. Только родился, 15 тысяч. Только родился, да, а сейчас цены нереальные. И вот, нам государство очень помогло, очень. Знаете как, во-первых, у нас была проблема, мы кооператив организовывали 3 друга и 2 жены. Как все начинают. Никого было не зазвать, Как только мы купили пресс-косилку, все поменялось. И третья жена. Третья жена первая не разрешает, да. Я еще вторую не показал. Как только мы притянули косилку и пресс, все поменялось. Теперь к нам люди просятся, приходят, говорят, возьмите меня, я могу принести к вам то, я могу прийти с этим, я могу прийти с тем. Кто-то просится вообще без ничего, говорит, я хочу работать, хоть где-то, хоть как-то, ничего нет, в куче можно попробовать начать. Такой у нас получился практически опыт. Первый год пока нормально все проходит. Мы очень довольны, будем пробовать. И в этом году получать мы уже, заказали. Они сейчас стоят на карантине, 30 калмычек. Опять же, телочек двухгодовалых. Скорее всего, все будут стельные. И дай бог, в этом году поделятся. Может быть, к концу года мы прирастем еще животными. По итогам работы прошлого года решили, что животных будем покупать в кооператив как основное средство, чтобы иметь возможность получить на них часть возврата затрат, потраченных на их кормежку. В прошлом году это было почти 6 тысяч, без каких-то рублей на каждую голову, которая принесла телка. Наша сейчас экономика пока на коленке, которую мы считаем, говорит, что эти деньги должны здорово помочь в кормозаготовке не собственного кармана, а из кармана государства. По крайней мере, компенсировать эти деньги. Планы вот такие. Наверное, в 2023 году кто-то из нас пойдет на грант, если они еще будут выдаваться. Только в том случае, если мы в этом году все свои цели реализуем, накопим достаточно материально-техническую базу, мы хотим трактор купить, пусть бы ушный, без субсидий, на что хватает денег пока. Нам очень понравилось, еще раз спасибо большое. Спасибо. И сотрудникам передайте свои дела, потому что нам очень понравилось. Никуда не ходите больше, в центре компетенции вам дадут ответы на любые вопросы. По земле, тут до меня выступало 2 моих коллеги по опасному бизнесу, сельскохозяйственному, у нас даже есть небольшое решение, как возможно, это уже надо к вам выходить, к Министерству сельского хозяйства. Они взяли оказывать поддержку людям не только деньгами, но и сформировать какой-то земельный фонд в муниципалитете под эти цели. Пусть небольшой. К примеру, с Каменского района 2 человека идут на грант, а в Каменском районе есть
муниципалитет о земле. И они, к примеру, я говорю, сформировали какой-то фонд земель. И тем людям, которые грантовую поддержку получили вот, от Министерства сельхоз и природоразвития сельского хозяйства, тогда эти люди могут в срок действия своего соглашения пользоваться вот частью земель из этого фонда. Если у них все получается, земли можно было бы и оставить рачительному хозяину хорошему. Если не получается, то значит, ну не получается у человека, думаешь, вот как говорили, бизнес есть бизнес, и можно как заработать, так и потерять. Ну вот наша идея такая, что вопрос земли мог бы быть вполне попробовать решиться созданием некого фонда, из которого земля выдавалась бы даже не столько в аренду, а сколько в пользование человеку, который, как сказать, заключил с государством соглашение для выполнения определенных действий. Вот там выращивание КРС или молока производства, или там еще что-то такое. Ну, а так все в порядке, растем, пытаемся, пробуем. Сколько голов у вас на 10 подсобных хозяйств личных вас? Значит, у нас 60 голов. И распределены они у кого-то 10 голов, у кого-то значит, как? Вот в 21 году мы купили по 8 голов на 4 человек. Значит, это 32 головы. И 28 голов распределены между оставшимися. У кого-то 2 головы, у кого-то 1. Значит, вот опять же хочу сказать, что в этом году скот, который мы будем покупать с использованием мер господдержки, мы не будем передавать людям. Вот. Мы его оставим в кооперативе, чтобы этот скот стал основным средством производства, ну там, я не знаю как-то, как кооператива. Не знаю, просто нам нужен теленок в кооперативе, чтобы вырастить. Мы, кооператив может его родить с собственной коровой или купить у члена. Вот. Ну, нам, по крайней мере, сейчас видится пока. Может быть, мы заблуждаемся, еще не знаю, к чему мы придем в дальнейшем, но пока мы видим, что вот такой путь. А скажите, вот заготовка. Все 10 ЛПХ пользуются этим форматом? Все 10? Да. Знаете как, мы для... Значит, в прошлом году произошло вот у нас объединение с КАФА. То есть, нам, чтобы всем иметь возможность работать, нужно отключаться от своего хозяйства. Чтобы от хозяйства можно было отключиться, надо, чтобы за ним кто-то приглядел. Ну, раз у нас 10 человек, значит, 8 могут работать, а 2 приглядывать за хозяйством. Так мы и сделали. Мы сбили весь скот в одну кучу. На одной ферме все? На одной площадке, все. На одной территории у нас гуляют они в электропастухе, все вместе. Ветеринары всех осматривают, кормим мы всех с одной кормовой. Но бирки у всех разные. Бирки. Скот обиркованный, да. Нас сразу предупредили в прошлом году, когда мы получали субсидию, что жесткий контроль, очень серьезные проверки, поэтому, ну тут, кстати, тоже проблема, знаете, какая с бирками, скот очень сильно срывает бирки там обо все, какую-то ты потом находишь и там куда-то ложишь, а какую-то приходится перебирковывать, есть бирки, которые просто уже маркером, ну восстановлены, знаете как, ну такое получается с бирками. Ну вот собрали всех кучу, все каждый сейчас знает своих не по биркам, а по именам. Вот. Ну, вы же, да. А реализуете вы совместно тоже, общую партию формируете или как? Значит, прошлый год был более организационным. Еще никто через кооператив в прошлом году скот не продавал. Вот. Планируем только в этом году начать. Вот опять будем пробовать, это все в первый раз пройдет. В прошлом году мы через кооператив попробовали реализовать лук зеленый. То есть то, что у нас уже получилось вырастить, то, на чем мы и так жили, как вот все, как личные подсобные хозяйства. У нас получилось, мы начали продавать лук большими партиями у себя в городе, мы перекрываем значительный объем производства такой продукции. Ну вот со скотом будем пробовать в этом году. В прошлом году были куплены бычки разновозрастные, которые в этом году должны подойти к моменту продажи. Несколько стоят сейчас вот на откорме на зерновом. Что из этого получится, пока не знаю, но будем делать. Порода у вас калмыцкая? Значит, половина стада у нас
красноперстая корова, ну как вот, ну красностепная, как ее называют, там они с белыми пятнышками, ветеринар наш Вова Кравцов говорит, красноперстая, называйте, типа, и все, да. А вторая половина калмычки, да, и планируем, что будем, скорее всего, тянуть сюда именно калмычек. Может быть, ну, у нас не такие, может быть, как в Сальском районе, хорошие земли. Вот, у нас в основном песок, глина. К середине июня все выгорает. Ну, вот прям выгорает. Травы нету, все жухло. Калмычки показали себя вот в высшей степени замечательно на такой кормовой базе. Вот, они выносливые, зимуют хорошо. Как сказать, как бедные родственники, мы живем без навесов, без помещений. Вот, все на улице, ну пока. Есть вопросы? Микрофон, пожалуйста. Вот вы как члены ЛПХ сейчас как самозанятые работаете? Нет. Хорошо. И второй вопрос. Я просто даже не вопрос. Хочу обратить ваше внимание на ваши планы, что по условиям государственной поддержки приобретаемый скот не может быть внесен в неделимый фонд. Это первое. То есть вот ваше, то есть вы сейчас свои планы, пожалуйста, пересмотрите. Вы можете сделать, один из ваших членов может сделать маточный отхор, потому что нахождение скота в самом кооперативе исключает вас законодательно из категории потребительского и переводит вас в категорию производственного кооператива. И эта поддержка тогда вы не можете воспользоваться. Поэтому вот здесь, пожалуйста, то, о чем я просила фермера, и прошу вас вместе с центром компетенции внимательно читать закон 193 и все порядки, чтобы вы правильно выстроили свой, так сказать, дальнейший план развития. Спасибо. Если нет вопросов, то спасибо.